Плохие новости. Меня выперли из магазина нижнего белья. Вот подлюки, где же я теперь стринги-то возьму? Мама! И машинку мою забирают. Мне срочно нужно... Работу! Парни! У вас не найдется какой-нибудь работы? Тебя не пугают жулики? Да я на рынке трусами торговала. Далеко пойдешь. Джо Морелли сбежал? Охренеть! 50 штук, живой или мертвый? И я возьмусь. Она у нас охотник за головами. А мне такой можно? Наша девочка работу нашла. Мне и пушку дали. Ночные бабочки всегда в теме. Дай Луле печенье, и получишь сообщение. Печенье? Я жрать хочу! Будь начеку, детка. Стефани, план! Винни тебя за мной послал. Тебе хана, Морелли. Знаешь, киса? Да ты ходячий секс. Ой! Сволочь! Счастливо, пупси! Вот скотина! Я стреляла из пушки, круто скажи. Я поимею, Морелли. Это не то, что ты подумала. Ага. Я слуплю кучу бабок. А вы с ним в школе не шалили? Всего разок, бабуля. Ну хорош. Мне нужна моя тачка. Как можно жрать всякую дрянь и так круто выглядеть? Эй, а ужин мой зачем выкинул? Детка, без обид, но тебе со мной не справиться. Да ну. Ну и чья взяла? В хорошего и плохого копа мы играем. Ну, как шлюхи? Ты взорвал нашу тачку? Чего? Чью тачку? Ладно, твою. Иди забирай. Зацепила. Спасибо, Кэп. Жаль, попка была клевая.